Ой, а что их искать-то? На бедренные повязки из мочалки сделал, там кость в нос воткнул и... Ну хорошо, тогда сделайте мне кофе и распечатайте последние анкеты. Ага. Сейчас. Сейчас. Антонов! Здрасте. Тамара, что случилось? Ну хорошо, ладно, я в магазин за степлером. Буду вечером. Стой, Тамара, стойте, стойте! Тамара! Тамара! Сергей Алексеевич, здрасте. Хотите бутерброд с салом? Сергей, где же вы были раньше? Почему я вас не встретила лет 20 тому назад? В мои 17. Чё? Ты еще квартира не своя? Не, ну это чересчур уже, а. Ты что думал? Нашел, значит, молодую, красивую... И я тебя на шершу себе посажу, да? Тамара. Не надо меня трогать. Так вы еще и замужем. Это вот, ну, надо же, а? Вот кому все, а кому ничего. Алло, Тамара, где вы? Я сейчас с Николаем улетаю в Париж. Я вам открытку привезу. Все, все, мне пора. Да сядьте, успокойтесь, наконец. Это ты чё мне рот-то закрываешь, а? Да мне не затыкай меня! Что мне... Ничего, сидите, Людмила Савельевна. Не надо! Нет, ну, один раз в жизни мне повезло. Вот это нет, эта сволочь сразу же возникла. Эти милосердные. И вот это распрекра... Сейчас тебе кудри твою повытёргиваю. В глазах потемнело. Куда пошел?